Ну вот если я не ошибаюсь, то шашечный чемпионат, как мне сказали, должен проходить где-то здесь. Ну да, это 40 человек, поэтому они вполне умещаются в том симпатичном зале. Но пока здесь все тихо, закрыто. Вот тут я как раз играл первый мой был серьезный шахматный турнир классический, который я позорно покинул, набрав одну очко. Так, ну здесь пока еще все совершенно тихо. Я, честно говоря, не вижу никаких . Это зал демонстрационный. Так, значит, меня все-таки направили немножечко не туда. Ладно. Ладно. Хорошо.